Повисла рыбка большая и маленькая. Мяу! Помогите, таю! Откуда... Растекаюсь! Женщина, откуда-то орёт женщина! Где женщина? Женщина? А! Нет, я сейчас... Женщина, вы что? Вы в фонтан упали, женщина, женщина! Женщина! Ой, ё-моё, тоже в фонтан упала, женщина! Женщина! Убираю! Помогите, я кошка, плавать не умею! Сюда иди, сюда иди! Слезнявы! Ловлю! Лови, держи! На удочке! Ё-моё! Киса! Я хочу подышать, перед смертью не надышишься! Киса, а чё у тебя с глазами, чё зелёные? Так я слайм! О! В смысле слайм? Серьезно? Ну-ка дай. Фу, ты как слизь. Ой. Фу, это что такое? Что за сопли? Кажется, я растекаюсь, я начинаю умирать. Фу. Помогите. Да? Ну ее, она какая-то вся заразная, плохастая. Фу. Так, надо пойти. Да меня не может быть плохо, стой. Так, где мой дом? Я уж что-то запуталась. Да я на твоей удочке, стой. И что, что на моей удочке? Помоги мне, я умираю. Ну... Фу, ну так не подходи близко, что тебе надо? Меня фонтан растворил. И чё? И я умираю. Слушай, харе, лугает, система падает. Видишь, меня аж лавочка разрезала на две части. На твою кукурузину, что ты творишь? Все, нормально? Только лайки помогут. Ребята, никто не сможет спасти эту умалишенную кисоньку, кроме вас. Пожалуйста, поставьте лайк под это видео и подпишитесь на канал. И напишите в комментариях, есть ли у вас дома кот или кошка. И у нее такие же большие упоротые глаза, как у этой, или нет? Киса, что это? Ух ты, оно что, так не кулак? Это части меня, это лизуны, понимаешь? Я ж слайм, блин. Помоги мне выжить, мне нужно найти источник слизи. Источник слизи? В смысле, а такой существует? Вау! Да. И нужно напитаться слизью. Я вижу улиток. В смысле улиток? Стоп, погоди, а при чем тут улитки? Помоги мне. Да что ты хочешь от меня? Что ты хочешь? Слизью напитаться я хочу. Я хочу, чтобы ты мне помогла дойти, потому что одна я не дойду. Вон, я тебе топор из себя только что скастовала. Смотри. Вот, это из моего хвоста. Ого, молот из слизи. Крутецкий. Чё, зачем? Он, чтобы тебя победить? Ау, меня не надо. А, да? Ладно, сори, киса, больше не буду. А, И чё, ты хочешь, чтобы я их это... Да, все верно. Ого, а что они такие страшненькие? Где у них глазки? Ух ты. Отдай. Сгусток слизи. Фу, это оно невкусно. Да это мне надо, а не тебе. Да вот оно, я тебе их отдала, смотри. Нормально? Да, получше немножко. На, еще закинь в себя, опа. Да, меня просто правда этот фонтан растворил и нужно остановиться. Опа, о, смотри, травку рубим. Ой, Неся под горячую луку аж лагает. Да, система да, перегревается. Смотри, как много улиточек. Ой. Что такое? Они я бьют больно. А сколько тебе слизи надо, слышь, это кошка? Да вообще в идеале источник найти. Кстати, так вот же он на крыше этого дома. Какого? Видишь, он полностью в слизи. Это источник. Да упоротая, там ничего нет. Там есть, ты подойди поближе, посмотри. А, ну возможно. Ой, погоди, меня тут это, улитки. Давай, лучше пускай они меня бьют, а ну-ка. Да ё-моё, о, слава богу, слава тебе, господи. А. О, тут эти пчелы, слушай. Где, погоди, девочка. у меня аллергия. Где пчелы? Ой, ужалили. Да ё-моё, зачем меня-то? Слизи бьют, все бьет, атакуют, о господи. Так, подожди, я тебе помогу. По-моему, тебя никто не бьет, ты больше договариваешь, потому что пчелы на меня сейчас нападают все. А, так и тебе-то ничего не будет, я разберусь с ними. Кто на вас? Просто в себя. А ты что тут смотришь, а, что вылупился? Подожди, у тебя аллергия, ты вроде выкрикнула. Тогда ты видишь, у меня губы распухли. Какие? Ну вот эти вот. Нет, они не накачаны. На лице? А какие еще? Давай тогда, подожди, нужно украсть где-нибудь какое-нибудь противоядие, что-нибудь тебе вколоть. Сейчас какое найдем. Противоядие? Мне нужно это, вакцина против, как это называется, аллергии. Где? О, тут? Мне кажется, нужна аптека. Это похоже на вакцину. Иди сюда. Алло, короче, это магазин, смотри, одежды. Ты упоротая? Ну и нормально, и тут таблетки. Короче, закидывай все, что видишь, дальше посмотрим, может поможет. Ты что хочешь, чтобы я прям тут что ли отбросила?
Ну ладно. Ну, блин, либо ты из аллергии отбросишься, либо вылечишься. А-а-а! Стой! Нет, походу это не то. Не-не-не-не. Таблетки попробуй. Таблетки? Ладно. Надеюсь, они не сонные. Уть-уть-уть-уть! А-а-а! Слушай, походу тоже не помогает. О, может быть вот этим? Давай. Слушай, что за звук? Этого я не знаю. Ты слышишь его? Да. Слушай, он откуда-то? Может, это пчелы? Такое ощущение, что будто где-то муха. Я не знаю, давай отсюда просто свалим. Да, давай просто уйдем, мне что-то страшно. Ну, тут тише становится. Да, это походу что-то наверху там происходит, даже не хочу узнать, что там. Что там насчет шприца? Да сейчас, погоди. Давай ты мне поможешь. Я помогу, опа! Да нет, а, ты чё? Ты чё мне в ногу, надо было в попу. А, давай еще раз тогда. Не-не-не-не, стой, погоди. Не подходи ко мне. Ты опять к шуму идешь, да стой давай. Да ё-моё! Меня излагает. Куда ты попала? Куда-то ты попала. Все, хоре меня обкалывать этим шприцом, потом мама не то подумает. Все, теперь тебе хорошо. Теперь видишь, когда у тебя болит нога, ты не думаешь об аллергии. Все. Да нет, нет, мне уже помогло. Походу таблеточки были от аллергии. Бери, подбирай обратно. Погоди, я сейчас соберу все. Из меня они вываливаются. Я подберу сейчас. Там еще и противники. О, господи, это обычные слизни. Они всех... Мышь, по сути. Рассказываю тебе историю, так сказать. Давай. Сюда иди, расскажу. Давай. На ухо. Ага, давай. Так вот, короче, там стоят слизни, и вообще мы от них отделенная часть. Ну, то есть там котики, собачки, у нас же есть много разных разновидностей. И тут проблема в том, что они, ну, пытаются нас забрать обратно. Но этим они нас убьют. А ты, типа, изначально так и была киской, да? Я отделилась от обычного такого слизня, типа как, ну, фигурка отделилась и вот ожила. И также есть разные, типа там коровки, собачки и прочее. Ну вот я вот такая вот. А обычные слизни теперь пытаются нас собрать, снова в себя получить и поглотить, чтобы стать мощнее и нас убить этим самым. Слышь, киска, короче, нужно им шатать. А почему ты прозрачной становишься? В смысле, так, ну... Я растворяюсь, потому что... А, слушай, а там что-то кабанчик бегает. Ой, да на кабанчика все равно, давай вот со слизнями лучше разберемся. Ты что, на меня, что ли, а? Решил на меня лезть, да? Я тебе сам сейчас... Где-то... А ты мне помочь не хочешь? А, то есть тебя не интересует, что я тут с кабанчиком дралась, да? Ой, так, ё-моё! Кабанчик-то что сделает? Побычит максимум. Ну так уже не побычит. О, сколько слизи! Из них тоже куски слизи выпадают, отлично. Опачки. Ой, как много слизи. Еще хочу. Давай от этого большого грохнем. А вот это самое огромное, кстати, да, аккуратно. Это самое огромное, это мамка. Это королева, типа. И что она делает? Она может яйца еще. Ну, она рожает. Фу, так давай ее быстро. Стоп, так нет, тогда не нужно ее трогать, чтобы было больше слизи. Да, то она может отделиться и все. Слушай, я предлагаю, видишь, она продолжает как бы плодить потомство и прочее. Давай просто мы попробуем оббежать как-нибудь. Оббежать, а может просто ее грохнем? Ну и ее вряд ли грохнем, я тебе говорю, грохнем. Она будет разделяться и прочее. Ты думаешь? Да, давай просто попробуем как-нибудь аккуратно. Сейчас я ее прям здесь и сейчас вот уложу. Вот она опять разделяется. Да погоди ты, сейчас я с ней разберусь, у нее не может быть много хипе. Ой, мне кажется, очень даже может, поэтому давай мы лучше побежим дальше. А то я растворяюсь и умираю, если ты не помнишь. Ты думаешь? Ну ладно. О, я ее грохнула, смотри. А теперь убегай давай. Ё-моё, а куда? Меня тут слизи зажали. Давай, быстрее. Киса, бежим. А, все, они отстали? А, да, так, они все отстали. Так, теперь нам нужно на крышу этого дома. Блин, ну тут, кажется, полицейские, которые нам не дадут пройти. Че, их тоже теперь убивать? В смысле? Стоять боясь? В смысле? А зачем они нас трогать должны? Мы же, типа, хорошие. Ну, этого... Походу, ты мне нравишься, потому что ты кот, наверное. Ну-ка, сейчас я на удочку поймаю. Может быть, они хотят как раз-таки разобраться с тем, что я такое? Не знаю. Ауч! А, ты типа, что ты... Ё-моё! Ё-моё! Давай, я беру одну, ты бери вторую. Да знаешь, у меня гайд, я думаю, я и с первой, и не со второй не разберусь. Я одну убила. Да это помогает, другую не агри только. Да не агри ты! Ё-моё! Я на себя агрю. Точно? Да. Сейчас я зажала в угол. А, она меня просто сейчас пристрелит, кажется. Давай, беру на себя. Мы смогли. А одну ты убила, да? Блин, там еще две. Там еще две, так давай не будем их трогать. Так а как? Нам нужно по стене подняться как-то.
по стене. Слушай, давай помоги мне. Ну, хорошо. Послите, да. Хорошо, я взяла на себя эту страхолюдину, эту белобрысую. Ага, а я разноцветную взяла. А, давай, ты... я иду тебе помогать. Опа! А как так быстро с ней разобралась? Ты что, тоже есть чем бить? Ну, слизью тоже, да. Опа! Е, мы всех со всеми разобрались, и с вороной разберемся. Ого! А что она... А ворону-то зачем трогать? Короче, ей, походу, все равно. Я предлагаю тогда пройти как-то наверх через это здание. Сейчас, тут по-любому должна Слышь, быть лестница. Киса, 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 ты где? О, растворяюсь! Киса! Помогите! Киса, ты где? В здании. В здании? Там здание, вот куда ты побежала. Где? Эй! А, где? А, ну, смотри, что у меня есть! Киса, 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 зырь, что есть! Зырь, что есть! Слизь? Да, смотри, смотри, смотри! А, что-то они не респаунятся. Понятно. Короче, давай поедем с тобой. Какая-то защита стоит, походу, от них. Давай, а куда? Нам на 16-й? Пятый этаж. На пятый, на пятый. Там мы не пройдем. Надо как-то на пятый попасть. А лифт вообще не... А, ну на третий, значит. Куда ли чисто лифт доедет? Стоп, стоп, он на четвертый. Киса! Я иду за тобой, киса, я спускаюсь. Давай. Киса, давай, поехали. Ну, можем на пятый попробовать доехать или... А, да. До четвертого. Да, только, да, тут, максимум? Тут, тут вот только четвертый максимум. Короче, а дальше. О, смотри, прям там, где нужно, мы вылезли. Ого, повезло. Ого, по этой связи мы разбираться. Слышь, а что там на этом источнике? Ты тупо на крыше будешь жить или что? О, да, наконец-то! Тут просто очень-очень-очень много слизи, как раз-таки в этих ящиках, которая напитывает меня. Все, и теперь просто балдеж ловить тропический. На, обмазывайся, обмазывайся. И как в сауне купаться в слизи. Да-да-да-да, о да! Да, давай, давай! Обмазывайся, опа, опа. Обмазывайся ей. Ох, все, ты довольна, могу идти обратно? Ну, да, в принципе. Хорошо, тогда я пойду обратно, киса, точно? Ну, я предлагаю еще с ребятами попрощаться как-то. Точняк, ну ладно, ладно, давай, 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 кто ты, я? Хорошо, ну давай я. Поэтому, ребята, если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Если вы досмотрели до этого момента, то напишите в комментариях слово, ну давайте слизь. А мы вас выборочно пролайкаем, ну и кинем респект за то, что вы самые клевые зрители, которые ролики до конца смотрят. Ну и также не забывайте смотреть ролики слева и справа. А с вами были Неку и... И Фласочка. Всем пока. Всем пока, ребята.